Подмосковье появился онлайн-сервис, с помощью которого можно найти людей, экстренно доставленных в больницы и не успевших связаться со своими родственниками. Сервис доступен на региональном портале госуслуг в разделе «Здравоохранение». Чтобы найти пациента в поисковой строке, необходимо ввести фамилию, имя, отчество или необходимые параметры – возраст, рост, телосложение, предметы одежды, особые приметы, а также дату пропажи человека.